Привет, друзья! Это будут технические видео, сейчас несколько будет, поэтому, может быть, не всем будут они интересны. И сейчас первое предложение по сотрудничеству с кадровыми агентствами. Итак, мы предлагаем кадровым агентствам, которые работают в своих регионах и занимаются внутренним трудоустройством в своем городе. Например, агентство в Санкт-Петербурге занимается помощью людям, которые ищут работу в Санкт-Петербурге. И у них нет партнера в Америке, и они поэтому не предлагают работу в Америке. Так вот, мы предлагаем кадровому агентству работать с нами. То есть мы, во-первых, будем платить комиссию за каждого клиента. Во-вторых, они расширят просто спектр своих услуг. Значит, к ним пойдет больше людей. То есть они в своей рекламе могут указать: работа в Санкт-Петербурге и работа в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что нужно сделать рабочую визу, понятно, что нужно найти работодателя. Мы поможем, расскажем кадровым агентствам, как это делается. Сделаем небольшой вебинар для них, если это нужно. Можем рассказать каждому индивидуально. Поэтому, пожалуйста, если вы кадровое агентство из стран постсоветского пространства, Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие страны, 15 советских республик, то, пожалуйста, вы можете обращаться к нам по телефону +1 347 265 61 86. К этому номеру прикреплен WhatsApp, можно в WhatsApp написать: мы кадровое агентство из Санкт-Петербурга, или мы кадровое агентство из Минска, мы хотим с вами сотрудничать. И дальше мы готовы вас немножко обучить, и вы будете работать с теми людьми, которые хотят уехать в Америку, которые будут видеть вашу рекламу, что вы не только делаете внутреннее трудоустройство, но еще и трудоустройство за рубежом. Вот такое вот бизнес-предложение.